Накануне в Кустанайской области произошло второе в истории региона землетрясение. Сила колебаний составила всего 2 балла, однако жители не на шутку испугались. В 23:15 незначительные толчки ощутили только жители Рудного. Они начали звонить на телефоны службы спасения. Всего за сутки поступило более 100 звонков. Кустанайская область не относится к зонам сейсмической активности. И все же весной прошлого года регион уже трясло. Тогда магнитуда колебаний составила 3,5 балла. Люди предположили, что толчки могли быть вызваны взрывными работами на карьерах. Однако в службе ЧС эту информацию опровергли.